Проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году в самом разгаре. В начале лета специальная комиссия инспектировала детские сады. Теперь очередь дошла и до школ. Каждый день проверяется от 3 до 5 учреждений. Специалисты надзорных ведомств и городского управления образования смотрят, выполнены ли все требования, которые сегодня предъявляются к школам. Самый главный момент – безопасность сотрудников и учеников. На сегодняшний день мы осуществляем 5 школ. Проверено уже 3 школы вот вместе с 44-й школы. Но в основном замечания, как таковых замечаний у нас нет. Школы все очень хорошо себя представили, очень хорошо подготовились. И я думаю, каждая школа выглядит по-своему уникально. В тех школах, что прошли проверку, серьезных нарушений, которые могли бы помешать учебному процессу, нет. Учебные классы, комнаты, гигиены, столовые – все на должном уровне. Предписания надзорных органов, выданные ранее, выполнены. На приемке установлено, что 3 нарушения уже устранены на сегодняшний день. То есть установлены противопожарные двери, заделаны зазоры в стенах. Вот. Остался один пункт, касающийся документов, который не влияет на состояние пожарной безопасности и возможность открытия школы к новому учебному году. За всем этим стоит колоссальный труд педагогического коллектива. За эти 10-15 дней мы просто очень четко распределим обязанности между всеми сотрудниками образовательного учреждения, кто что сделает. И поэтому удается подготовить школу чистой, ухоженной, светлой. Хоть завтра, 1 сентября, заходи, мы рады ученикам. Руководитель 32-й школы рассказывает, проверка – это своеобразный экзамен, который сдают взрослые, готовясь в очередной раз 1 сентября встретить детей. Все, что было предписано, мы выполнили к 1 сентября. Но есть еще более, скажем так, отдаленные замечания, которые необходимо будет устранить, и они требуют больших финансовых затрат. Это уже лето 2019 года. Поэтому все, что требовалось, с измененными, скажем так, законодательными задачами мы сделали, выполнили. Все тагильские школы должны пройти приемку до конца месяца. Август уйдет на согласование документов между ведомствами и вынесение окончательного вердикта. Приемка к новому учебному году продолжается.